Всем привет! Вы мне буквально завалили личку с вопросами, где я купила вот таких вот паучков. Друзья, я их не покупала, я их сделала сама. И сейчас я вам расскажу и покажу как. Берем вот такую вот проволоку. Где ее купить, я сейчас опубликую в своем телеграм-канале. Анфиса, нижнее подчеркивание, чих. Итак, берем проволоку. Это у нас будут ножки. Складываем в два раза. Складываем еще раз. Берем еще одну проволоку. И вот так вот сворачиваем. Это тельце нашего будущего паучка. Вот так вот прячем наш хвостик. Ну и можно, наверное, его закрутить вокруг ножки. Проволока, на самом деле, это очень классная. Она, посмотрите, какая пушистенькая. Теперь разрезаем наши ножки в местах сгиба. Получился вот такой вот пушистик. Ножки загибаем ему. Придаем естественную паучью форму. Посмотрите, какой милашка. Но что нам еще надо сделать? Правильно, нам надо прикрепить ему глазки. Вот так вот. И приклеиваем стразу с помощью вот такого вот паяльника для страз. Вот такой миленький паучок у нас вышел. Друзья, если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк и подписывайтесь на нас. Ваша Анфиса и ее люди. Обняла, приподняла.